Друзья, всем привет! Сегодня у меня на моем канале небольшой обзор. Обзор будет на стойку, которую я купил под удилище вместе с гребенкой. И вот такая коробочка мне пришла с Краснодарского края. Давайте мы сейчас сначала сделаем короткий обзор на стоечку, а потом посмотрим, что нам пришло в этой коробочке. Смотрим, друзья. Итак, друзья, давайте посмотрим нашу стоечку, которую я приобрел. Вот. Итак, вот такая стойка. Приобретал ее на Озоне. Гребенка была приобретена в одном из рыболовных магазинов. Здесь, в принципе, резьба стандартная, в принципе, подойдет любая гребенка. Вот, ну, если что, можете вот посмотреть, вот такая резьба. Я не замерял резьбу, в принципе, диаметр. Ну, так же, как и на сайте, они писали, что, в принципе, подходит любая стандартная гребеночка к этой стойке. Да, вот еще хочу заметить, вот такие наконечники внизу, они металлические, что очень хорошо будет вставляться в грунт. И даже в тот же каменистый берег будет очень неплохо. Но внизу можно подвешивать груз. Здесь. Так, итак, она выдвинута, вот эта верхняя часть, до самого конца. Давайте, вернее, вот эта часть выдвинута до самого верха. Давайте мы замерим длину этой стоечки, вернее, высоту. Ну вот, если смотреть по гребенке, где-то 76,5 высота. Это полностью. А самая маленькая у нас получается, ну, где-то 62,5. Ну и сейчас мы попробуем ее замерить на самую максимальную высоту. Здесь мы выдвинем. Так, выдвинем наши ноги от гребенки. Так, сейчас мы поставим. Ну вот мы выдвинули на максимальную высоту, и максимальная высота у нас получается, ну, практически 110. Это максимальная высота. Так что вполне даже можно сюда накрутить еще гребенку шире, и, в принципе, можно ставить удилище, которым, например, вы не пользуетесь, даже вот на той же там фидерной рыбалке, там на карповой рыбалке можно поставить удилище. Стоечка недорогая, я покупал ее за 1248 на Озоне, сейчас она подорожала немного, там где-то порядка стоит с небольшим рублей. Но эту стойку я рекомендую. Стойка очень-очень-очень надежная, сделана качественно, очень хорошие ноги у нее, не хлипенькие, так что должна нам прослужить долго, верой и правдой. Вот такой вот коротенький обзор на данную стоечку. Если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях, я вам отвечу. Ну вот, по стоечке и все. Сейчас еще я вам покажу, что мне пришло с моим заказом, который я заказывал для ловли леща. Сейчас мы это посмотрим.
Итак, ну а теперь в коробке. Что нам здесь пришло? Ну, здесь я, в принципе, заказывал. Основной заказ — это заказ для ловли леща. Но для начала у нас здесь вот такие бойлики закормочные. Это бойлики 20 диаметр по вкусу тигровый орех. Это у меня будет один, вот, собираюсь я, может быть, в мае или в июне выезд у меня будет на платничек. Вот хочу попробовать. Ну и вот такая прикормочка. Снасти, здрасте. Хлебушек с чесноком. Здесь снасти, здрасте, шоколад, макалат. Также снасти, здрасте, лещ. Дальше черный хлебушек. Вот такие. Так, здесь у нас еще одна. А, здесь тоже снасти, здрасте, черный лещ. Там был черный хлебушек, здесь черный лещ. Дальше. Еще один шоколад-макалад. Ну, это мы сюда уберем. Здесь снасти, здрасте, река. Затем снасти, здрасте, крупный лещ. Одна прикормочка, она вот такого зеленоватого цвета. Большая плотва. Ну и одна упаковочка фидер. И еще я уже с этой коробочки убрал. Сейчас я вам покажу. Вот такая меласса шоколад. Открывать я не открывал, но даже через закрытую баночку прям так хорошо пахнет шоколадом. Думаю, что лещик останется довольным. Если кому-то нужна будет ссылочка на этот магазин, это магазин Миненко. Это спортсмен-рыболов Карповик. В принципе, нормальные, адекватные цены. Заказывал я у него уже не в первый раз. Перед этим я заказывал у него перец. Ловил я на этот перец. Кстати, ловил на платнике. У меня, правда, был один всего выезд в том году на платник. Но я поймал на этот перец. Я поймал на флэт. И еще у меня идет посылка. Ну, о ней чуть позже. Тоже с Краснодарского края. Ну, могу сказать, что идет перец. Идет перец под флэт фидер. А что там придет, я уже вам потом покажу. Ну, вот такой, друзья, кратенький обзор на мои новые приобретения для рыбалочки. Не знаю, получится, не получится. Вот я собираюсь либо 15-го, либо 16-го съездить на Аку, попробовать на фидер половить. Ну, не знаю. Если будет погода, если ничего не поменяется, значит, я поеду. Хочу поехать с ночевкой. Может быть, даже получится отснять материальчик, если там что-то будет интересно. И потом, естественно, все это я выложу у себя на канале. Так что всем всего самого хорошего. До скорых встреч. Всем, друзья, пока.